Технология Ethereum через несколько лет сможет потеснить Visa. Согласно Business Insider, этим мнением поделился Виталик Бутерин с основателем AngelList Навалем Равенкатом во время сессии «Вопросы и ответы» TechCrunch Disrupt. По его словам, именно вопросы безопасности мешают массовому принятию блокчейна. И как только они будут решены, криптовалюта сможет потеснить устоявшихся лидеров платежной индустрии. Также Бутерин считает, что уже в следующем году появится решение, обеспечивающее минимальный порог безопасности. Но для того, чтобы блокчейн-технология смогла стать максимально сильным конкурентом, потребуется еще несколько лет.